а в некоторой полупозиции находился. Что ж, у нас прошло 7 боев этого вечера, и сейчас очередной анонс, следующее противостояние. Абылкасым Якубов против Сухроба Ракимбекова. Очередное противостояние кыргызского бойца и бойца из Узбекистана в весе до 93 килограмм. Якубов и Ракимбеков. Будет интересно понаблюдать. Вообще сегодня все бои довольно зрелищные, и еще ни в одном противостоянии не было того, чтобы мы видели полный бой, все три раунда по 5 минут. Это такая тенденция, или же просто нам очень повезло сегодня, Эркин? Как считаешь? Чындыгында нашел бизге мушкерлер гончосы беттешин тағдырын биринчи раунд теле чечкенге аркет кылышат. Кээде ушундай ашыкча активдүүлүк кылып, албетте биринчи, экинчи беттештегидей жеңилүү ызасын тартып калышы мүмкүн. Бирок көбүнчөсү ушундай өтө көпкө созуп жүргөн жагын биздин менталитет ушундай болсо керек, көп жактыра беришпейт. Ал сыяктуу кескешим Дидар айткандай, мына кызыктуу беттеш. Эмне үчүн бул Абылкасым Якубов менен Сухроб атандашы ушул Сухробтун Рахимбековдун ортосундагы өтө кызыктуу болот, анткени бул кечээ күнү булардын ушундай салмакка түшүүсү жана көз караштардын дуэли орун алган эрөөлү, мына ошондо Абылкасым Якубов менен Сухроб Рахимбеков экөө бири бири менен ошол жерден аз жерде мушташып кетейин деген. Да, мы видели это при дуэли взглядов, немножечко так притерлись, скажем, друг к другу заранее, за сутки до боя, и действительно это довольно интересно, все превращается в некое шоу, и мы замечаем в последнее время, несмотря на то, что в нашей стране, да и в целом в нашем регионе, такой довольно консервативный менталитет, но все сводится к тому, что превращается в большую такую индустрию, именно как развлекательного формата, и очень многие бойцы стараются преподносить себя в медиапространстве не только с точки зрения спортсмена, да, но с точки зрения какого-то харизматичного человека, представить себя как лицо, и зачастую вот эти дуэли взглядов, они притягивают зрителей своими подобными поступками. Да, дал ошондой авал ошол көз караш эрөөлүндө орун алган болчу, бирок бири биринен муштумун кайра тартпаганга деле даяр эле. Мына эми октагондун ичинде ушул экөөсүнүн өнөрүнө, талантына биз күбө болобуз. Бирок дагы бир баса белгилей турган нерсе, аягында бири бири менен кол алышып, бири бирин сыйларын айтып өткөн. Бул деген албетте ошол октагондун ичинде кимиси мыкты экенин чечип алышат, бирок анын сыртында баары бир кандайдыр деңгээлде бири бирине болгон сый урмат бар экени бул дагы жакшы нерсе. Азыр болсо мына мекендешибиз ушул жерде аренага жакындап келе жаткан учуру. Абылкасым Якубов буга чейин чындыгында өтө көп беттештерди өткөргөн, бир топ тажрыйбалуу биздин мушкерлердин бири болуп эсептелет. Бою 1 м 85 см, 93 кг салмак чейин бирдигинде. Бүгүн бул жуп бетте жокердик самбо бою дагы бир Кыргызстандын желегин чет өлкөлөрдө, Кыргызстанда көп жерде желбиреп жүргөн Кылыч Саркарбаевдин шакирти. Что в скором времени все будет восстановлено, и мы продолжим наблюдать. И вот действительно, вашими молитвами трансляция продолжена. Выходит на арену противник Абылкасыма Якубова Сухроб Рахимбеков, тяжеловес из Узбекистана, в такой колоритной повязке, я бы сказал. И действительно, его свита впечатляет, как и он сам. Посмотрим, удастся ли Сухробу прервать серию поражений узбекских бойцов в октагоне. Начали они этот вечер за здравие, но чем рейтинговые были поединки, тем все лучше и лучше выступали именно наши спортсмены. Очередное противостояние двух соседствующих стран, и это всегда интересно наблюдать.
Я думаю, болельщики на трибунах ни в коем случае не скучают. Вечер Global 12 World Time Match Federation под номером 55 удается на славу. Вы на телеканале НТС Спорт. С вами комментаторы Дидар Есемов и Эркин Абдулаев. Будем смотреть за очередным боем. Ова биз албетте түз эфирде сиздерге бул беттеште сунуштап аткан бул турнирде сунуштап аткан учурубуз. Азыр бунда ошентип Өзбекстандын жокердик самбо боюнча чемпиону Алаш Прайд турниринде жеңүүчү аталган Сухроп Рахимбеков натыгынго жакындап келген мезгили өтө баса берилей турган нерсе эки мушкер тең ушул жокердик самбо боюнча спорттун чебери болуп эсептелет. Андыктан чындыгында кооз беттешти күтөбүз. Ошол эле учурда биз буга чейинки ушул көз караштар эрүүлүндөгүнү эске ала турган болсок, азыр октагондун ичинде өтө ысык болоорунан эч кандай шек жок. 3 жолу жеңишке ээ болгон Сухроп Рахимбеков өзүнүн эл аралык карьерасында 3 жолу жеңилүү узасын тарткан. Бул жагынан демек 3 жеңилүү жана 3 тең чыгуу болуп бирдей болсо, ал эми биздин мекендешибизде жеңиштеринин саны 6, жеңилүүсү 3 жана 1 тең чыгуусу бар. Боец весовой категории 93 кг, росту 85 см. Экс-претендент на титул WF Pro Fight. Чемпион Кыргызской Республики по боевому самбо. Количество профессиональных боев. 6 побед, 3 поражения и 1 ничья. Мастер спорта по боевому самбо. Команда «Патриот Ош». Тренер Сархарбаев Халыч. Встречаем. Абылкасым Якубов! На Абылкасым Якумов, Якубов чындыгында ал «Вев Профайт». Титулдук турниринде претендент болгон учур болгон, ошого талапкер, ал эми жокердик самбо боюнча Кыргызстандын чемпиону. Ошондой эле Кыргызстандын жокердик самбо боюнча чемпиону менен Дидар Өзбекстандын жокердик самбо боюнча чемпиону. Да, действительно, свели двух чемпионов своих стран. И тем интереснее будет понаблюдать. Сухроп Рахимбеков, человек, который тоже имеет в своем активе достаточное количество боев на профессиональной сцене, 3 победы, 3 поражения. Все-таки Абылкасым Якубов чуть более опытен, на мой взгляд. Но посмотрим, все рассудит октагон, все решится в клетке. Это главная и единственная истина, я думаю, которой сегодня все бойцы придерживаются. И что ж, начинаем первый раунд, 5 минут, давайте смотреть. 5 сантиметрге биздин мекендешибиздин бою узун Абылкасым Якубовтун, но ошон эми азыр туруп абалында болгон учурда аралыкты кармоо жагынан албетте артыкчылык катары колдонсо болот. Кылыч Саркарбаев өзү ошонун кол астында, Кылыч Саркарбаевдин кол астында машыгып келген мушкерлерибиздин бири. Экөөнүн жаш курагы бирдей, көп жагынан мына окшоштуктар бар. Эсиңиздерге салып коелу, мына кара кийимчен ал өзбекстандык көк курчтан чыккан, ал эми биздин мекендешибиз кызыл мээлей менен, ошондой эле анын чолок шымында мына башка кызыл түстөр да бар. Эгерде аркы ракурстан караганда мына так байкалат. Биринчи раунддун алгачкы минутасын ушундай чалгындоо иштери менен буларын да соңуна чыгарып бара жатат. Алгачкы лоу-кик эки тараптан тең. Биринчи Абылкасым Якубов, андан кийин Сухроп Рахимбеков. Эми жолкердик самбонун өкүлдөрү албетте көнчөсү дал ушундай түрдө беттешти өткөрөт деген кандайдыр бир божомол бар. Бирок эрежеси эр уруш өтө ар тараптуу. Ушундай кээ бир мушкерлер ийгиликтүү өзүнүн негизги ушундай спортунун түрүнүн ыкмасы менен эмес, башкача жеңишке ээ болуп кеткен учурлар дагы кездешет. И такая отчаянная атака сейчас от Сухроба Рахимбекова. Опустив голову, пошел в двоечку отрабатывать. Но Якубов все контролирует и спокойненько отошел. Пока не форсирует события оба бойца. Пытаются как-то все разведать оппонента. А как Эркин, ты уже сказал, оба чемпионы и мастера спорта по боевому самбо. И тут при переходе в партер, честно говоря, будет довольно интересно посмотреть, чье самбо сильнее. Прямо сейчас все-таки узбекский боец чуточку активен. Вот здесь получает он удар, но в свою очередь контратакует, и все перешло в партер. Вот оно самое интересное. Все-таки Рахимбеков сверху. Но в удобной позиции, я бы сказал, находится Абылкасым Якубов.
Держит он сейчас за одну руку оппонента, вяжет его. Мы видим с этого ракурса, что связал практически полностью. Сейчас для Сухроба нет возможности для атаки, но он выходит из этой ситуации. Выходит, улучшает свою позицию, и здесь захват. Вот этот захват может быть опасен. Но в итоге все перешло в такой размен объятиями, я бы сказал. И, честно говоря, сказать, у кого ситуация выгоднее, не возьмусь. Назар ушел жерден секундантын айлан деген сөз нуготас. Чындыгында егер де ушел жерден буралып, негизнен теориялык жактан буралып кеткенге мүмкүнчүлүк бар болчу. Аны бирок иш жүзүнө ашырганга шарт болбой калды. Ну, 93 килограмма развернуть это хотя бы мы, смотрите. Но возвращает Сухроб Рахимбеков все в изначальную ситуацию. Ну, шонтеп, бир ушел позициядам на теориялык жактан деп айтып жаткан мезгилде иш жүзүндө ошону бир рет Абылкасым Якубов ишке ашырды эле. Азыр кайрадан мына ошол ыкманы колдонуу аракетин көрөт болду экен партерден. Эми бул жактан азырынча жакшыраак позицияны албетте Сухроб Рахимбеков ээлеп турат, бирок жеңишке мындай жерден жетип кете албайт. Азыр ушул мойнун кармап турганы бул атаандаш нутуп алуу эмес, Абылкасым Якубовдун бул биринчи кезекте коргонуу же абалды жакшыртып кетүүгө болгон аракети. Бир сыйра толгонуп кетти, бул өтө кооптуу деле абал эмес, бирок ушул кубаттуу соккун өткөрүп алуу тобокелдик коркунуч бар. Мына ошондуктан ал ишенимдүү туруп кетпестен кандайдыр бир беттешти көзөмөлдөн чыгармоо үчүн болгон аракетин көрүп атат. Дагы бир мүнөттөй убакыт бар. Ошентсе дагы биз Абылкасым Якубовдун мына кандайдыр бир атаандашына караганда ыңгайсыз абалын көрүп жаткан көрбөйбүз. Азыр колун кайрып укмасы өтө жакшы эгерде ушул иш жүзүнө ашып кетсе. Мына эрежеси руштагы көз ачып жумганча окуянын башка нукка бурулуп кетерин ушундан байкасак болот. Канчалык өзүн Сухроб Рахимбеков ишенимдүү сезгенге аракет кылбасын, аз жерден колун берип кое жазады. Да, действительно, едва-едва не поплатился он за эту ошибку, но ситуация все-таки выровнялась. И несмотря на то, что активничал, наверное, все-таки узбекский боец побольше в этом раунде, но самый опасный момент мы увидели как раз со стороны Абылкасыма Якубова. Последние секунды первого раунда, и я думаю, здесь все понятно. Прозвучит гонг, разойдутся по углам оппоненты. И, собственно, будем ждать второго раунда после небольшой паузы, в которой, я думаю, еще больше советов от своих секундантов бойцы сейчас услышат. Очень дурно, азыр. Эки мушкерге тең кеңеш керек. Экинчи раундда кандай тактикалык булар кандай тактика менен өзүнүн беттешин өткөрөт? Себеби кайсыл бир жагынан мындай көз көрүнө артыкчылык жок, эки мушкерге тең. Ошондуктан машыктыруучулар же болбосо секунданттар кандайдыр бир атаандаштын алсыз жагын же өзүнүн мушкеринин артыкчылыгын ушул беттеште байкап калган болсо сөзсүз түрдө аны айтып өтөт. Мына ошентип булар 93 килограмм салмак чейин бирдигинде беттешип атат. Мындан сырткары биз сиздер менен буга чейин 120 килограммдан оор салмактагы мушкерлердин беттешине күбө болдук. Ошондой эле 66 килограмм азырынча эң жеңил салмактагылар азыркы чыккандардан 66 болду. Ошондой эле Вефтин алкагында 57-61 килограммдык салмак чейин бирдиктер бар. 61.3 экенде так айта турган болсок. Ал учурда мына экинчи раунд башталды. Сухроб Рахимбеков Өзбекстан жана Абылкасым Якубов Кыргызстан. Кызыл мейлечен, кызыл ак мейлечен бул биздин мекендешибиз. Ал экинчи раундду активдүүрөөк баштап атат. Активдүү дегенибиз ал ортолук бөлүктү ээлеп атаандашын көздөй бара жатса, ал эми Сухроб Рахимбеков акырындап артка чегинүү менен анын бирок колдорунун өтө кубаттуу соккусун биз буга чейин көрдүк. Таамай барган жок, ошентсе дагы аба жиреп ары бери соккулар өткөн. Ал ошого таянып мына атаандашын өзүнө чакырып туруп каршы эпкинден кармагысы келгендей бир ою бар. Да, действительно, сейчас мы видели такой удар с разворота от Якубова, удар по воздуху, конечно же, но, тем не менее, я думаю, небольшой эффект это на зрителей произвело. Мы видим, что потихонечку трибуны Дворца спорта имени Кожамкула
заполняются. А если ты заметил, Ирки на заднем плане сидят даже с детьми. Вот такой вот семейный досуг, как тебе. Но тем интереснее, это ВЕФ под номером 55, Global 12, не перестаю это вам говорить, друзья. Бои очень интересные. Мүмкін ошол кичинекей көрүүчүдөн келечекте дүйнөндүн көрөткөн мушкер чыгып калар. Да, да. Всегда надо об этом задумываться. Все-таки спорт в нашей стране стоит популяризировать, и смешанные единоборства имеют для этого огромнейший потенциал, что доказывает данный промоушен и его работа. Напомню, сама организация была основана лишь в 2014 году, но уже сейчас является одной из ведущих организаций не только в нашей стране, но и вообще в Средней Азии. Поэтому... Орта Азия, да, номер биринчи. Был расмий маалымат, алеми... Азиядагы мыкты организациялардын бири деп айтсак, албетте болот. Ал эми беттештин өзүнө келе турган болсок, Абылкасым Якубов мына жерге отуруп калган учурда атаандашынын мойнун кармап түштү. Мына ушул абал азыр ыңгайсыз позицияда калып калбастан өзүн ишенимдүү сезип көзөмөлдү жоготпогонго мүмкүнчүлүк берүүдө. Ал учурда эки колу менен муунту ыкмасын колдоном дейт, бирок артында тор бар, ошол ага ыңгайсыздык жаратып атат. Жок дегенде бул жерден чабуул жок, туура. Да, действительно, как минимум такая атакующая защита от Абылкасыма. Но мы видим, что этот захват все-таки приносит определенные неудобства для Сухроба Рахимбекова. И сейчас узбекский боец должен найти возможность выпутаться из этой ситуации. Якубов очень серьезно настроен выжать максимум из этого захвата. И мы видим, тратит все силы на то, чтобы по максимуму доставить неудовольствие своему оппоненту. Но захват не самый удобный. Показывают нам со спины рефери Мирбека Балыкбаева. Именно он обслуживает эту встречу. Вообще все на высшем уровне. Ну а что по бою? Встают оппоненты. И неужели мы увидим наконец бой в стойке? Отлично, так пританцовывая немножко Абылкасымов. Абылкасым Якубов выходит к центру октагона. Но этим Сухроба Рахимбекова не смутишь. Хотя, смотрим. Ну вот, самбисты, да? Даже не постояли полминуты, сразу перешли в партер. Как мы уже говорили на старте этого противостояния, оба спортсмена, мастера спорта по боевому самбо и чемпионы своих стран в этом виде. Демек, эки өлкөдөн самбонун деңгээли канчалык бийик экенин ушул эки раунд далилдеп берди десек болот. Бул жакта албетте түздөн түз, албетте кайсыл өлкөнүн самбосу мыкты деген бул образдуу нерсе. Чындап келгенде дал спорттун түрүнүн өзүнүн канчалык деңгээли жакшы экени жалпы эле постсоветтик өлкөдө албетте белгилүү. Жана биз алгачкы ирет ошентип 3-чү раундду деле көрүп калышыбыз мүмкүн буга чейин. Да, действительно, вероятность этого довольно высока, но это зависит от того, насколько активно проведут последние 25 секунд оба бойца. Увидим третий раунд впервые сегодня за этот вечер. И все ближе и ближе. Гонг. Неплохой выпад сейчас, хороший боковой от Сухроба с левой руки. Но Якубова такими ударами не смутить. Да, и слышат отчетный стук. Последние 10 секунд противостояния. Здесь неплохая атака от Рахимбекова. Двоечка. Пошел Якубов вперед. И, похоже, на этом раунд заканчивается. Мына экинчи раундду дагы соңуна чыгарып алдык. Бул дагы алгачкы ирет бул турнирде орун алып атат. Салмак чендирдиги 93 экенин эсиңиздерге сала турган болсок, албетте ушундай салмак менен ишенимдүү 3 раунд өткөрүү жеңил эмес. Ага карабастан эми ушул 3-чү раундда өздөрүн активдүүлүгүн көрсөтүп жеңишке жеткенге албетте аракет жасайт. Мына 2-чү раунддагы көзгө урунтуу учурлар биздин албетте кесиптештерге ыраазычылык билдирсек болот, күйөрмандарга ушундай сапаттуу
көрсөтүүнү түз эфирде уюштуруп берип атканы үчүн кайталоолору менен кошо биздин дагы бир ирет ошол өзгөчө учурларды эсибизге салып жалпы НТС-тин жамааты анын ичинде албетте ошол НТС спорт каналы жана Денис Смайлышевти айтсак болот режиссерлордун негизги жетекчиси ушул съемканын башында турган андан сырткары НТС спорттун жетекчиси Гүлзада Жолдошова жана башка бардык топ мында өздөрүнүн аракетин көрүп сиздерге жеринен түз репортажды сунуштап жаткан учуру жана үчүнчү раундка биз келип жеттик. Өзбекстандык жана кыргызстандык мушкер Сухроб Рахимбеков менен Абылкасым Якубовдун ортосунда үчүнчү раунд, бирок булар чарчадым, чалыктым дегенде сезбестен, тескерисинче биринчи раундка караганда дагы азыр булар активдүүрөөк. Бул ирет дагы атаандашын бурчка такап барып туруп, ушул жерде муунтукмасы ушул кооптуу болуп калышы толук ыктымал, анткени бир колун кошо мойнун муунтуп эки колумна бири бирине кошконтат. Эгерде ошол иш жүзүнө ашып кетсе биз мекендешибиздин жеңишине күбө болобуз, бирок азырынча колу мына бири бирине толук ишенимдүү жеткен жок окшойт. Ооба, бул ыкма ишке ашпай калды, бирок активдүүлүгүн көрсөтүп алды Абылкасым Якубов. Ушул ВЭФ профайт турнирінде буга чейинки ири ушул уюмдун беттештеринде чыгып жүргөн жана албетте жеңишти камсыз кылып жүргөн учурлар өтө көп болгон. Шердуктогу эле көрсөткүчү мына 10 беттеш болуп эсептелет, алардын ичинен 6-сы жеңиш. 25-январда төрөлгөн 1991-жылы, азыр 27 жашты болсо ошол эле 1991-жылы анын атаандашы өзбекстандык көк бурчтан чыккан Сухроб дагы төрөлгөн. Экөөнүн жаш курагы да бирдей, спортунун түрү да бирдей, самбо ошондой эле эки өтөңөз өлкөсүнүн чемпиондору. Бирок беттешке өтө мыкты даярданганы экөөнүкү тең көрүнүп турат. Үчүнчү раунд экенине карабастан, салмактар оор экенине карабастан мына ишенимдүү беттешти өткөрүүсүн улантууда. Жеңүүчү оңой менен аныкталчу да эмес, дагы 3 минута убакыт калды. Эң акыркы күчүн өзбекстандык Сухроб Рахимбеков сарптап жаткандай. Эми бул беттеште кимисинин физикалык даярдыгы мыкты болсо дал ошол мушкер жеңишке жетчүдөй болуп калды көрүнөт. Экөө тең тердеп тепчип мына денелери кадимкидей жалтырап чыкты. Ой, азыр мына ушундай жалгыз соккулар менен Сухроб Рахимбеков аракет кылып атат, андан башка варианты чындыгында жок калды Сухробтуку. Ал мүмкүн жеңсе ушундай каршы эпкинден жалгыз соккулар менен кандайдыр бир нокаутка же нокдаунга жеткирип алып, андан кийин аягына чейин жеңишти улансам деген ою бар. Бирок бул кыймыл аракеттердин баарын Абылкасым Якубов көрүп турат. Толугу менен көзөмөл дал ушул Абылкасымдын карамагында. Аралыкты кыскартып барып туруп ошол замат каршы эпкинден сокку узаткысы келет. Жада калса Абылкасымдын атаандашын азыр кууса да жетчүдөй эмес, ал артка чегингенден чегинип гана бара жаткан учуру. Эми ушул калган 1-2 мүнөттү качып жүрүп артка чегинип жүрүп аягына чыгара турган болсо анда Абылкасым Якубов менин оюмча упай жагынан мүмкүн жеңишке ээ болот. Ал учурда мына бир көз ирмемде Сухроб Рахимбеков Абылкасымдын белине кирип келди жана бул абалдан деле кандайдыр бир артыкчылык алары. Эң башкычыл сериялуу соккуларды өткөрүү ийбеши керек. Мына жөн турбастан астында жатса дагы бет талаштыра сокку узатып, андан ары эми акырын атаандашын мойнун кармап, эми жок дегенде көзөмөлдү жоготпоонун аракетин көрүп атат. Калыста укук бар, эгерде мына ушундай туруп кала турган болсо кайрадан туруп беттешти улантышы үчүн улантканга буйрук бергенге калыста укугу бар. Ал учурда күйөрмандар ушунчалык беттешке кызыгып кетип бир ордунда отура албай калышты. Мына спорт ордосунда туруп беттешти көрүп атат. Башында күйөрмандар аздай көрүндү эле, ал албетте бул беттешке күйөрмандын аз келген эмес, анын көпчүлүк бөлүгү сыртта болчу. Ошентип акырындап албетте кире турган жери бирөө эле, ошол бир эшиктен баары кирип олтуруп эми толугу менен бул спорт ордосуна
жайгашып бүткөн. Ну и похоже, у нас замена рефери неожиданно приостанавливает бой для того, чтобы сменили нам судью. Затем этот бой будет продолжен. Ни в коем случае без решения мы не останемся. Но есть время отдохнуть и немножечко подумать над тактикой в оставшиеся полминуты. Вот, собственно, появляется у нас новый судья. И такое бывает, друзья, конечно, мы... Это просто человеческий фактор, как бы люди не железные, даже те, кто, казалось бы, обслуживает эту встречу, все равно большое напряжение, и это все сказывается. Давайте смотреть дальше. Якубов начинает гонять по углам своего оппонента, Сухроб явно устал. Абылкасым сейчас берет захват ногу, он здесь нельзя держать, безусловно, за стенки октагона, это правилами запрещено. Несмотря на то, что очень многие называют микс-файт боями без правил, все-таки это не совсем так. Правила здесь есть, и они четко прописаны. Это все-таки своеобразная дисциплина ММА, которая зародилась в конце 90-х 20 века и сейчас становится одной из самых популярных во всем мире, в том числе у нас. Последние секунды противостояния. Якубов сверху. Сумеет ли он изменить ситуацию и закончить бой досрочно? Пошли удары, но здесь гонка. И, похоже, пора останавливать ситуацию. Да, Абылкасым Якубов вошел в раж в последний момент и даже не услышал звук сигнала об остановке этого противостояния. Ну что ж, все решение за судьями. Впервые в сегодняшнем вечере мы досмотрелись до того, что все три раунда бойцы отстояли. Чындыгында бир беттеши экинчи таймашка окшобой турган учуру. Бирөөсүндө 8 секундада беттеш бүттү, бирөөсүндө болсо кайра укмасы, бирөөсүндө муунту, бирөөсүндө нокаут дегенде эмне ошентип келип, ал жерде биз кыздардындагы беттешине күбө болдук. Азыр болсо эми калыстардын чечими менен жеңүүчү аныктала турган учурга дагы келип жеттик. Мындай абалды көрүү үчүн биз 8 беттеш көрдүк десек, 8 беттеш өткөрдүк десек болот. Өзбекстандык мушкер Сухроб Рахимбеков жеңишке жеткендей, бул эми кандайдыр бир деңгээлде калыстар тобуна жасаган психологиялык чабуул деп. Да, и не только на судьи, но и на болельщиков, которые на трибунах, которые все же, я думаю, поддерживают нашего соотечественника Абылкасыма Якубова. 2-1. И момент истины, друзья, для этих бойцов. Давайте послушаем Кайрата Мусаева. Рахимбеков! Сухроб! Ну, действительно, решением судей побеждает Сухроб Рахимбеков. У нас все объективно, у нас все по-честному. И рефери решает, что победа достается узбекскому бойцу. Что ж, Абылкасыму Якубову стоит просто принять это решение, действительно, по-джентльменски, и он это, собственно, делает. Ну, а узбекского бойца поздравляем, очень хороший бой провел, несмотря на то, что победа не была досрочной, все же сомневаться в ее осуществлении не приходится. Очень рандал джерде. Калыстардын чечими дагы эки тараптуу болду. Таза толук бардык калыстардын эмес, ушул 3 калыстын экөөсү Өзбекстандык мушкерге жеңишти ыйгарды. Бирөөсү Абылкасым Якубовко. Андыктан биздин мекендешибиз Абылкасым үчүн албетте анын беттешине биз ыраазы болсок болот. Азыр болсо Сухробтун сөзү. Спасибо. У меня одна просьба есть. Следующий турнир, я хотел бы Тухтабакиев реванш. Следующий турнир, я готов, я хочу драться реванш. Түшүнүктүү. Демек, бул жерде Сухроб Рахимбеков, ошентип Нурлан Тухтабакиев менен беттешкиси келет. Спасибо вам. Да, было противостояние между Сухробом Рахимбековым и Нурланом Тухтабакиевым, где узбекский боец уступил, и прямо сейчас, пользуясь моментом, просит он реванша у своего предыдущего оппонента. Я готов на 100% с ним.
Ну и, собственно, довольно серьезное заявление. Посмотрим, как все сложится в будущем. В любом случае, если этот бой состоится, то будем надеяться, что посмотрим его вместе с вами. А наш вечер боев продолжается. И сейчас Кайрат Мусаев назовет следующих бойцов, которые выйдут в октагон. Сегодня, кстати, дерется, если всем...